Всем привет! Мое имя Виктор, и это мастерская скала, магия природы и камня. В данном ролике я в очередной раз хочу ознакомить вас с нашей новой коллекцией украшений на базе мемори проволоки и природных материалов, покрытых гальваническими металлами. Данная идея родилась в моей голове много лет назад, когда я еще был студентом и учился на ювелира-филигранщика. В то время не было никакой мемори проволоки, в то время у нас был только низильбер и мельхиор, которые, собственно, при определенной обработке тоже имели гибкость и ковкость. Хотя имели ряд других недостатков, но не суть. Именно тогда мне пришла в голову идея как серег, так и браслетов, так и колье на гибкой основе. И, в общем-то, идея удалась. Но тогда не было таких возможностей и материалов, чтобы воплощать любое украшение. Мемори проволока как таковая помогла решить эту проблему. И в данном ролике, опять же, возвращаясь к нему, вы наблюдаете возможности таких украшений на базе мемори проволоки. В данном случае серьги, им можно придавать любую, абсолютно любую форму под ваше настроение, под ваш образ, по вашему желанию. Естественно, ее не стоит гнуть. Не стоит создавать какие-то углы грани. Она может быть не сколько сломается, сколько потом будет сложно от этого угла и грани избавиться на гладкой поверхности проволоки. А если, допустим, захотите свернуть ее спиралькой, кольцом или передать какую-то форму эллипса угла, ну, не острого, естественно, полукруга какого-то, запросто, вполне реально. Как видно на этом ролике, все это удается. В данном случае представлены только серьги, но, сверю-заверить, что коллекция пополняется. Это будут еще и броши, это будут и колье, это будет очень интересно. Поэтому рекомендую подписаться, лайкать и следить просто-напросто за новостями. Такого вы не увидите более нигде. Являясь автором этих украшений, я могу смело заверить, что такого нет нигде. Ну а если где-то появится или кто-то захочет повторить, просьба, указывайте автора, то есть меня, либо ссылку на нашу группу. Я думаю, это будет справедливо, честно и законно, потому что более такого ряда украшений я не встречал нигде. Я говорю касательно серег, касательно идеи вот этой гибкости, касательно гальванопластики как таковой. Поэтому всем добра, пока-пока, лайкайте, подписывайтесь. И будьте собой со скалой. Удачи!